тестируем накладку новую TNG-19. Вот, ее скрестили с Dignis 05 и TNG 05. Вот, губка у накладки TNG 05, а топшит от Dignis. Я накладочку эту попробовал, мне понравилось. Сейчас Андрей попробует, тоже мнение свое скажет. Андрюх, ну как первое ощущение? Сильно вращается. Да, мне тоже показалось, вращает сильнее, чем Dignis обычный. Я просто с Dignis не могу сравнить. Сразу видно, крутит сильнее. Пока не пробито, поэтому отскок иногда проваливается, но так вроде неплохо. Крутит она сильнее, чем Dignis, за счет губки 0.5. Получается, мяч идет, видно, траекторный. Траектория хорошая. У Dignis 05 нет такой траектории. И катапульта вылета побольше. Сейчас поближе подойдем. Хочет боковым сделать топс. Попробовать на боковое. Тут видно четко, как кисть работает хорошо. Как он кистью добавляет мяч. Левша, плюс еще левша. Топс летит неудобно. Вот, подставляет тяжело. Вращение другое, чем от правши. И видно, сколько мячей за стол идет. Ну, прокручивает здорово, да? Ну да. Я говорю, особенно, когда попадает местом уже пробитым, вообще хорошо. Иногда срывается из-за того, что новое. Ну, как думаешь, сколько ее надо пробивать? Тренировок? Одну, две? Ну, смотря кому. Ну, кому? Мастеру спорта кому? Ну, в идеале, думаю, две. Две. Мне кажется, она такая немножко... Кисть опоздала вот сейчас у него. Тренировка 2 часа, то к концу тренировки уже хорошо. Обратите внимание, ребята, на работу ног, предплечья, кисти. Хорошее движение справа. Тебя где, в Швеции технику ставили? Да, в Беларуси. Белорусская Швеция. И еще чуть-чуть Бенилюкса. Бенилюкс? А нижний попробуй крутануть. По нижнему как? Кстати, забыл сказать, ракетка Тимабола ЛЦ. На ней стоит накладка. В общем, напрашивается такой пока вывод, что кто играет Дигнисом, либо Теннеж, ребят, накладка хорошая, можно попробовать перейти. Сейчас ракурс поменяем чуть-чуть. И кисть. Когда это самое пробито, то лучше. Вот шлепнул, не накрутил. Сейчас зацепил. Зацеп хороший идет. Ну, ты лучше бы играл 19 или 0.5. Так вот. А? Когда пробьется, легче читать. Просто еще сейчас деревяшками моя. Тоже тяжело играть, много сил.
Надо попробовать на своих, тогда точно скажу. Просто она новая, поэтому кажется, что лучше это. А так не два. Кисть, конечно, здорово работает. Кисть хорошо работает. Но траектория от нее идет хорошая. Вот, на вылет сделал. Еще раз по прямой. Ну а сделай слева еще пару ударов. Как она слева поведет. Не твердо подлево. Ближе к 0,5 и Fixed Energy? Да. Какое-то западание идет небольшое. Но может быть, это из-за напора. Коль, из-за ракеты. Но как будто немножко западает. То есть от 0,5 обычно выбор сразу. А здесь вращение выше. А это немножко дальше. Ну, в общем, нравится накладка. Нравится. Вот это новая накладка. Тенерджи 19. Губка от 0,5. Тенерджи. Топшит от Дигнис 0,5. Неплохая, неплохая она получилась. И на столе, на скрутке она себя хорошо ведет. И на вращении. Катапульта у нее хорошая. Вот он сейчас круточку делает. По нижнему накручивать сильно. И по сравнению с 0,5 мяч идет в траекторию. Так, спасибо всем, ребят.